Знаете, что больше всего выражает душу народа? Конечно же, танец. Каждая народность вкладывает в него свой сакральный смысл. Сегодня, 29 апреля, Международный день танца. И я расскажу вам о самых необычных традиционных танцах в мире. Казаки для разогрева перед битвой исполняют боевой танец с саблями. Исполняемые движения также служат для устрашения врага. Пастухи-горцы из Алжира исполняют танец нихари, а в белой одежде под звуки флейты и бубна они выражают свою радость и мужество. А вот на родине Кришны в Индии танец наполнен более глубоким смыслом. Вдовы собираются, облачаясь в его образ, и исполняют ритуальные движения. Так они отдают дань уважения божеству. Самый зрелищный танец принадлежит жителям Англии. Они берут оленьи рога и, танцуя, обходят так весь круг. Такая традиция имеет много значений. Кто-то считает, что это позволяет народу вновь окунуться в магию старой Англии, а кто-то, что таким образом в 12 веке англичане отпраздновали разрешение на охоту в лесах. Позже танец закрепился. Может быть, вы знаете еще какие-нибудь необычные танцы? Давайте вместе обсудим их в комментариях наших соцсетей.